Заместитель начальника МСЧ номер 135 Лидия Штани рассказала о том, что в городе 151 человек заболели ОРВИ. Акушерское отделение вновь заработало после санитарной обработки и уже приняло на свет двух младенцев. В медсанчасти проводятся профилактические меры против гриппа. Сейчас идет вакцинация по садикам и школам. Вакцинируется хорошо, детская поликлиника у нас работает активно. Вячеслав Седунков, генеральный директор МУП ККП, рассказал о ходе программы «Комфортная городская среда». Жильцы дома номер 1 первого микрорайона решили участвовать в программе. Они утвердили и проект, и смету. Аналогичное собрание теперь проводится в домах номер 1 и номер 2 седьмого микрорайона. В городе проходит уникальный проект «Фестиваль патриотических программ работников атомных станций «Свет России моей». 25 октября, нейтрино, в 18:00, торжественная церемония закрытия. Приглашаем жителей и гостей города поддержать команду нашу. Андрей Воронцов предупредил о предстоящей проверке системы оповещения населения. Сигналы тревоги будут звучать 24 октября с 15:00 до 16:00. Жители просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Ирина Нурматова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.